естественно, с вооруженных сил. У лукоморья дуб зеленый, погоны алые на нем. И днем, и ночью он бессонный, все ходит по посту кругом. Идет налево, баб заводит, направо Макашовым зрит. Там чудеса, там йети бродит, руст в валком планере летит. Там на неведомых дорожках небритый шастает ОМОН. Избушка там на курьих ножках стащила водочный талон. Там диссиденты мимоходом пленяют грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет два пузыря. Никита, лысый словно клизма, на попням колотит каблуком. И бледный призрак коммунизма пугает в чаще грибников. В стройбате там царевич тужит, а бурый дембель с ним не дружит. Там ступа с бушевой ногой идет-придет в последний бой. Там лес и дол видений полный, там у КВ прихлынут волны, к антенне телека цветной. И 30 манекенщиц дивных, чередой из волн дух эфирных, а с ними Славка их смешной. Ой. Там зайцы в ходе половодья, в трамвае ловит дед Мазай, и нарядившийся по моде спевает Жанна Агуза, равобестные бессмысленные песни, одевшись блесками кафтан, и в зоопарк на Красной Пресне пришел великий Ехафтан. И есть ответы всем вопросам, от люли ай до ай-люли, и ходит мрачный Леха Носов, и бьет по роже Брюса Ли, и там торчат из снега лыжи, а снизу кто-то в голубом, и едет сверху Вовка Ижин. И нам поет терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. И я там был, чего-то пил, со мной вместе дуб зеленый, а с нами Киселев ученый свои мне сказки говорил.